всем заявлениям украинских СМИ и, в общем-то, не менее фантастическим сюжетом о непобедимых киборгах в Донецком аэропорту. Аэропорт находится под контролем армии Новороссии, собственно, как и находился. И все заявления о том, что, в общем-то, аэропорт взят украинскими военными, неправдивы. Доказательством этого является флаг, находящийся на взлетной полосе, в общем-то, и второй флаг, развивающийся на пожарной вышке. Ну, за последние 5-6 дней, с 15 числа, в общем-то, украинские военные пытаются отбить эти позиции, в общем-то, были уничтожены их танк, БМП, БТР, ну и живая сила противника.